пришла прошлым летом. Мы оказались между двух огней. Костя. Стрелять? Да. Это чуть погромче. Ну, это тогда, помнишь, когда вчера вот это стреляли, то, походу, туда упала она. А, да, людей, потому что они там упали. Не людей, а военных. Мы слышим взрывы и свист снаряда, которые пролетают прямо у нас над головой. Так, у Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 4 будинки, вибиті шибки. Коли солдати прийшли, люди ушли. Ми нікуди не їдемо. Як говорять в Україні, кожна собака – лев в своєму домі. Когда стреляют, мне очень тебя не хватает. Пока, мама. Чё ты тут оставаться хочешь? Пошла туда, бабушка. Либо хотел пойти. Что-то гудит, да, Костя? Нет. Мы, мужики, должны перетерпевать всё.